Так, это Меркурий, 23 сентября 2023 год. Меркурий в Лангасе, то есть на самом большом удалении, угол самый большой между ним и Солнцем для наблюдателя Земли. Ну, по-моему, видно чуть-чуть фазочку. Надеялся она большая, но дымка нам чуть-чуть мешает. Попробую, может, потом побольше. Резкостью поигрался, ничего нам не дает. Выдержку уменьшил. Тоже ничего нам не дает. Но пошли пока посмотрим Венеру. А может, пока будет подниматься над горизонтом. Меркурий. И у него фаза обнаружится. Если он все-таки в дымке. Сейчас уменьшу выдержку, чтобы обрез был почетче. Вот смотри, какая у нас красавица Венера. Управлять приходится перемещая ножку штатива. Уже тень колебания большие. Ой, Венера красавица, вопросов нет. Увеличиваю выдержку. Так. Что у нас еще? У нас еще есть Юпитер. Ой, какие чигиря я тут залез. Вечером снимал Сатурн с Луной и МКС. Вчера. Что ж такое? Я вижу полосы, даже вижу спутники, несмотря на то, что минимальное ИСО сейчас стоит. 25, ну отойду чуть-чуть. Ветра нет, это вот. Я рядышком нахожусь, я такие колебания вызываю своим топотением. Попробую сейчас резко чуть-чуть. Все, отошло. Красота. Ну, полоса экваториальная, думаю, даже будет и на экране монитора видно или телефона, на чем вы там будете смотреть. Конечно, гораздо лучше в оригинальном файле видимость. Так. Бетельгейз еще видно. Был там у меня один в комментариях человек, Бетельгейз с меня требовал просто в приказной форме.
Сейчас давай удовлетворим мы твое желание. Или нет? Сейчас выше придется поднять штатив. Одну секунду. Штатив стоит на траве, все шатается. Кому Бетельгейзе не интересно, можно уже сейчас уходить. Вон, сейчас, не знаю, надо штатив посерьезнее поставить, то он у меня сейчас все рухнет. Так, поехали. Елки, теперь еще попади в него. А вот он, слишком светло уже. Ну, то есть, для съемок. Комары, зараза. Вот средство для похудения. Постой полчаса, поснимай. Пару кило и сбросил. Ну, вот и все. Вот тебе и Бетельгейз. Ничего примечательного в звездах нет. Обычные яркие пятнышки. Уменьшил выдержку. Все, ребят, это все, что я могу сделать по поводу Бетельгейзе. Ладно, дубль закончил. 23 сентября 2023 года.